Не знаете, какой путь проделанный до этой медали. Хотела сказать, что посвящаю эту медаль своему тренеру, самому лучшему тренеру в мире, Андрею Статнику. Это его заслуга, этой медали. Спасибо ему большое. Это от чего? Она не хотела проигрывать? Нет, это от того, что у меня стойка немного ниже, а она хотела в захват идти, и получается, она в мою голову ударяла. Да нет, мне, в принципе, было все равно, я ехала за золотом, а там нету такого, чтобы какого-то конкурента не было. Если ты хочешь быть сильнее, то ты хочешь и выиграть у сильнейших. То есть это круто, когда ты выиграл у всех самых сильных. Ты самый сильный между сильными. Да, надо еще год у нас есть, еще медалька там стоит и ждет, так что будем работать. А что ждет? Ну ждет. Мария, вы пришли в финале с Японкой встретиться? Да, хотела, наверное. Я хотела выиграть, а с кем встретиться, мне было, в принципе, все равно, я хотела золотую медаль.